Привет, привет, друзья! Снова мы с вами вместе. Я подошла к рынку центральному, вот называется Меркадо Муниципал, муниципальный рынок. Сейчас зайдем, посмотрим, что нас там ждет. Странного вида вход, и знаете, не сразу найдешь этого рынка. И наконец-то я нашла вход. Вот такой рынок. Что-то как-то все закрыто, что ли? Не пойму. Показываю цены на сыр. Озвучивать ничего не буду, смотрите сами. Что-то как-то подразочаровало меня это. Вот козий сыр. Очень дорого. Это за 100 грамм, 2,40, 2,50. Вот хамон, 16 евро за килограмм. Очень дорого для рынка. Свинина, 11,90, 7,50, 10, 5,60. Цены разные за килограмм, но дорого опять. Что-то как-то меня удивили. Фруктовые в основном, видите, все закрыты сегодня. Понедельник, я неудачно пришла. Говядина 5,680, 7,28,90. Полупустые прилавки и никого вокруг. 80 апельсины и рубль мандарины. Евро 2,80 киви. Вот небольшой выбор овощей. Посмотрите, 2,80 цветная капуста. Фунт 20 вот эта капуста. 2 фунта кабачки. Знаете, разочаровали они меня просто в этом вот супермаркете Continental, в который я хожу, там все дешевле. Что же это за базар такой странный? И при том здесь ни единой души. Огромное помещение. Посмотрите, я одна здесь хожу. Ну, потому что, наверное, здесь... Как они выживают, ну, я не знаю. Но вот смотрите, да? То, что я вам показала, на улице растут апельсины у них. И они продают их 75 и евро 50. По-моему, дорого. Фунт 80 помидоры, 4 евро это грибы, шампиньоны, 8,80 темные грибы, 3,80 зеленая стручковая фасоль и 5 зеленый горошек. Вот здесь вот у них я вижу мой любимый укроп, но мне уже как-то поздно его покупать, хотела для ухи купить. Нет, друзья, это очень-очень высокие цены, даже выше, чем в Англии. Груши 2,20, яблоки 2,20, вот там яблоки 3,50. Так, что с орехами у нас, посмотрим сейчас. Грецкий орех 7 евро за килограмм. Ой-ой-ой. Виноград 3,20, хурма 3,20. И вот эта хурма мелкая 2,20. 7 евро по кило. I see, thank you. Ну вот, остается еще показать вам цветочки. Как везде очень красивые. Цену я не спрашиваю, они мне абсолютно не интересны. Ну, цветы есть цветы. Красота. Я нашла ковалу, рыбку, которую ловили так лихо. Помните? Рыбаки на побережье. Ковала. Так это самая обыкновенная наша скумбрия. И стоит она 4 евро за килограмм. А вообще я сегодня приехала опять на рынок. Сегодня у нас вторник. И как раз заезд, завоз. И вот... Смотрите, что у нас на рынке здесь продают. Треска 10 евро за килограмм. 18 евро камбала и даже 22.
Огромный сибас. О, сори. Огромный сибас стоит 18. Эти негритос, я извиняюсь, меня толкнул, и хоть бы 100. Так, вот это что у нас тут такое? По 18. Какие-то, ой боже, какие они странные. Какие-то ноги, чьи-то ноги. Нет, это такие моллюски. Какая-то фаника, что ли, 7 евро. Вы знаете, такой рыбы я не знаю даже, какая здесь продается. Кальмары 14 евро, посмотрите. 5 евро какая-то, типа нашей ставриды, что ли, малюсенькая. Представляете цены, да? Скат продается морской, кстати, недорого стоит, 6 евро. 10 евро. Какая-то калдериада. Господи, даже не знаю такой. Вот такая рыбка, 6. Не говорю вам, не ломаю язык, не говорю название, просто показываю. Вот 10. Малюсенькая, понимаете ли? Осьминог, 9. Вот такая вот огромная, знаете, наверное, каракатица, или как она называется, 8 евро. А это, посмотрите, друзья, это мурена. Ой, мурена. То ли 12, то ли 17, 17, наверное. Посмотрите, какая огромная. Восемь евро. Каракатица, наверное, да? Крабс. Крабс. Найн. Найн. Новелос. А это что такое за кусочки? Тут разные, что ли? 10 евро. И вот такой вот морской окунь, 3 евро. Вы знаете, рыбы как будто бы и много, но цена у нее очень дорогая. Я так что-то тоже немножко удивлена ценой здесь в Португалии рыбы. И рыба, и морепродукты. Вот опять осьминог, 8 евро, 9 евро. Вот какие-то малюсенькие такие, похожи на морских окуней, что ли. Я думала 16, но нам... А, 10, я... 10 евро за килограмм. Вот такая огромная рыбина. Я не знаю, что за рыбина. 7,50. Там у нее еще огромные рыбы. 18, 20... Да ну, друзья, да ну что вы, это немыслимо, конечно. И вот эти вот такие вот другие какие-то креветки тоже миленькие. 15 евро. Ну вот, понятно почему. Они мне все объяснили. Кстати, вот недорогая, 6,50. Какой-то знакомый тоже. А вот еще по 5 такие страшнули. Так вот, они мне объяснили сейчас, сказали, be careful, please, lady. Вот это вот сибас, видите, вот сибас. И он говорит, что здесь у нас он стоит 15 евро, потому что это пойманный на море. А я говорю, ну а как же, вот я зашла в континент, ваш огромный супермаркет, и там продается по 5,50, по 6 сибас за килограмм. А он говорит, так вы будьте осторожней, потому что там фермы выращены искусственно. И вам на сердце все эти добавки будут влиять. А здесь он в море. Совсем другая история. Поэтому и стоит он 15 евро. Представляете, вот опять объяснили все мне. Так что вот и рынок этот рыбный огромный. Ну и людей здесь, в общем-то, довольно-таки много. В основном таких туристов, как я, здесь нет. Я смотрю, здесь в основном закупаются сами португальцы. Вот какая-то рыба опять
7,50. Вот здесь по 3, видите, какие тоже. Разные цены, надо искать. Как называется? О, удачливый рыбак. Карада тоже вкусная, запекать ее. Но она сарга? Ага, спасибо, хорошо. Такой улов у нас тут. Ох, красота. Да. Ну да, ну тут даже не на завтрак, тут и на обед хватит. Да. Я думаю, это на кого вы тут ловите? Червячка. На червячка. Вот это как резиденция. Угу. Сейчас уже сделали португальский паспорт. Угу. Дом продал, дом там. У нас молодежь вот эта, знаешь, цепляет. Дай сигарету, нет сигареты. Почему сигареты не продают? Ну, 20 лет живете спокойно, никто не обижает, нет, да? Нет. Вот такие неожиданные встречи. Я просила этого мужчину, чтобы он вам что-то сказал на камеру. Он сказал, что нет, он не может, он не будет, он вообще весь стесняется. Понимаете, как интересно? А вот тот ирландец, он же мне сам предложил, когда увидел, что я с камерой, сказал, давайте я для ваших друзей русских, таких замечательных, я так их люблю, и я им скажу слово. Вот самые общительные все-таки они. Ну, тем не менее, он немножко рассказал, и я немножко даже вам смогла показать. Человек из Молдавии, опять же, вот понимаете, 20 лет здесь уже живет, в Португалии. Уехал, как он сказал, по рабочей визе. Сейчас уже, конечно же, он имеет португальский паспорт. Вот ему 55 лет, он продолжает работать. Ну и не вспомнил даже, когда здесь уходят в отпуск. Что еще он рассказал? Что дорого, конечно, что вот он получает 1000 евро в месяц, и он едва-едва выживает. Жена у него тоже здесь, семья. Жена тоже получает 1000, и он 1000 на двоих. Ну, сказал, что не совсем уж так прям едва-едва выживать, но говорит, что только-только хватает на все про все. И пока мы с ним стояли, разговаривали, видите, даже я ему принесла удачу, и он поймал рыбку. Я вам показала. Вот таких рыбок. Он говорит, что сейчас выходные, воскресенье, не работают, делать нечего. И вот целый день они тут с другом тоже, с Молдавии, вдвоем. Ну вот на пирсе, скажем так, отдыхают. Он работает, как он сказал, помогает на строительстве, на стройке. В основном работа, конечно, вот такая, хотя он вроде даже и уже знает португальский. Так вот, когда я спросила, что это у нас впереди, маяк Санта-Катерина или что-то другое, он даже не знает, сказал, ну вот пирс и пирс, маяк и маяк, я понятия не имею. То есть не все интересуются. Он говорит, дом, работа, работа, дом. Вот так все время. Поздно приходим, устали, поели спать. А выходные, особенно куда-то идти, тоже уже устаешь. Вот на пирсе ловят рыбу. Вот так живут. Ну, он сказал, что ему даже здесь нравится. Тихо, спокойно, замечательно. Не то, что у них там в Молдавии преступности, молодежь пристает и драки постоянные. Так что встреч здесь очень много, общения очень много. Я все вам, конечно, не показываю, но вы знаете, даже я думаю, что вот иногда вы спрашиваете, а покажите нам, а пусть нам кто-то расскажет. Вот вы знаете, а так интересно. А вы так думаете, да, что я общаюсь только с русскими? Да нет же, с русскоговорящими. Нет. У меня очень много друзей англичан. Ну и как я вам буду показывать и рассказывать? Вот у меня есть одно видео, анонс. Я там разговаривала с женщиной, которая выгуливала собачек. Ну и что? Ничего вы, конечно, не поняли. Вот этот ирландец, он говорил настолько медленно. Он говорил с хорошим произношением. И, по-моему, элементарно можно понять у тех, у кого есть хоть маленькое знание английского языка. Но видите, люди не поняли абсолютно. Ну и как тогда я буду брать интервью у кого-то? Не знаю я, друзья. Вы сами-то подумайте. А вот впереди группа туристов, пожалуйста, идет. Видите, сразу же они раздетые в шортах. Это опять англичане. Я вижу так, что англичан
больше, чем остальных других туристов. Немцев вообще не видела. В моем отеле сплошь англичане, английские пары, как обычно. Ну, также я встречала шотландцев, шведов. Также я встречала, ну вот, ирландец один попался. И также еще финны есть здесь. И датчане. Это серфингисты. И вот дошла я. Обхожу вокруг. Вот видите, он стоит здесь на самом-самом краю вот этого пирса. Ну вот, к сожалению, мне тут женщина занимается. Не знаю, я ей помешала, она мне. И вот, видите, там напротив точно такой же стоит типа маяка, только зеленый уже, а здесь красный. И так я понимаю, что это просто они показывают акваторию вот этого вот такого небольшого харбор, как сказать, харбор, ну, порт, не знаю, как заход такой в порт, да? Что-то у меня тут плохо здесь с морскими всякими вот этими названиями. Но вот там, дальше на мысе, вот именно вот там, по-моему, вдалеке, это и есть маяк Святой Екатерины. Хотела я разузнать побольше у моего вот случайно встреченного рыбака из Молдавии, но он ничего, к сожалению, не знает. Единственное, что он знает и что он мне сказал, что здесь, вот по пирсу, поэтому до конца расстояние 1 километр. То есть я подумала, метров 600, но нет, даже больше. Целый ровно километр здесь идти. И видите, людям очень нравится. Гуляют, бегают, ездят на велосипедах. По-всякому. Вот этот бегун добежал, дотронулся до красного этого маяка. И побежал назад. Да. Что еще хочу сказать? Эти все-таки все туристы, они все по-разному себя ведут. Как ни странно, но самые доброжелательные, как я смогла увидеть, это именно англичане. Вы представляете, как интересно. Вот только если с англичанами, я же иду, гуляю, я всем улыбаюсь, говорю hello уже по привычке. И вот только англичане начинают со мной заговаривать, разговаривать. И вот даже, видите, иногда хотят так конкретно пообщаться. А остальные очень холодно. Нет, не хотят общаться. Хотя тоже они знают английский язык и могли бы говорить. Вот эта вот женщина-француженка, она там стояла на солнышке и скривила такое лицо, когда я попросила, могу ли я здесь пройти. Но она сказала, да, проходите, таким недовольным видом. То есть, вот понимаете, какие странные европейцы тоже бывают. Вот это, по-моему, пара по разговору, по-моему, это и итальянцы. Повели собаку. Собака боится. Собака боится высоты, так же, как и я. Посмотрите, она ни в какую не хочет идти. No, no, not for him. И вот тоже, видите, стала снимать я их собачку, стала говорить с ними. Они говорить не расположены. Они пошли молча дальше. Разные-разные европейцы. Для нас кажется, что все европейцы одинаковые, но не тут-то было. Я говорю, что я уже смотрю другим взором, зная язык и зная много что уже про жизнь европейскую. Рассказываю вам, как это все вот есть, да, на самом деле. А еще, вы знаете, интересно, что хочу подчеркнуть, хотя это не про португальцев, конечно, а про англичан. Ну, кому интересно, послушайте. Вот англичане же, они никогда не покажут никому свое какое-то негативное отношение. Они просто уйдут, не станут особенно долго с вами общаться, но улыбаясь, спокойно попрощаются и уйдут. Вот они вот как-то так.
И вот эти все их улыбки, знаете, тоже довольно интересно, потому что если вы посмотрите, вам навстречу идет англичанин или англичанка, ну, они всегда вам улыбнутся, даже первые улыбнутся. Ну, и, естественно, подарите им улыбку в ответ. Не все так себя ведут. И хотя вот многие, я слышала, наши люди, мои соплеменники, они говорят, да ладно, да вот они, у них все неискренно, неискренно, они такие все вот поверхностные, да, и я иногда тоже так думаю. Но мне кажется, что, знаете, лучше быть неискренним и поверхностным, но людям дарить улыбку и дарить какое-то хорошее вот такое мимолетное состояние, мимолетное приятное, благостное впечатление. А зачем ходить с угрюмым видом, я не знаю. Вот такие длительные прогулки со скандинавскими палками. I am all right, thank you. How are you? You Germany? No, where are you from? I'm Russian. Oh, Russian. No. Спасибо. Спасибо. Where are you from?